24 сегодня августа 2018 года, пятница. Мы находимся на лагерном Семаковском Промогорихе в пруду. Вот здесь наш огородчик, крапивой тут все это занесено. А дальше, вот видать, это бывший лагерь-стан, в котором музей теперь образован, на который недруги покушаются уничтожить все это. 62 дерева. А тут пустошь все это. Крапива вот это, плантации крапивы и колхозная. Вот дальше еще от деревни. Дальше. А то в территорию деревни уходит 0,9 гектара. 9 соток. Деревья-то это за пределами лагеря уже. А обрамляют его. 62, кажется, раз дерево или 64. И вот здесь я пришел попроведать, как рыба. Сегодня погода восстановилась. Вот наша мордушка. Сейчас Сергей должен прийти и начать ее ремонтировать. Вот она большая. И вначале не сделано. Здесь рыбачат люди, молодцы. Хорошо тут, длинные. Благослови их, Господи, чтобы рыбка ловилась хорошая у них. Вот так, этот наш труд. Сваи тут забивали, воду подняли очень сильно. Дальше нельзя, андатры прогрызали. Сегодня день такой, ласточек много летает над поверхностью. Ну а там вверху идет дорога. А вон ласточек много летает. Вон они поднялись. Скоро улетать, видать, будут. Много насекомых, похоже. И вот где-то рыба играет, на поверхности видно. Там дальше храм, видать. Это Игорев склад, а рядом синенький, вот это храм. Погода хорошая. Мне всегда жалко уток. Уток, главное, стреляют. А за что утки виноваты? Вот ласточек сколько. Прикармливает. Молодцы. Девочка, мальчик рыбачит. Благослови, Господи. На лоне природа, здесь никто не обидит. Видишь, как все знает, что прикормку надо бросить. Молодцы. Можно было телевизор смотреть, они ловят. Вот в этом спасение может быть. О, я увидел как раз Сергей Павлович идет. Это мордушка, можно сказать, им состряпана. Я не знаю, видно его или нет. У него красная шапочка. Посмотрим сейчас. Ну, я немножко поймал. Ну, немножко там. Шестую часть ведра. Гальянщики довольно хорошие, крупные карасики. Сейчас занесу их туда. У музея рядом бак большой стоит, как аквариум. Во! Ну, я вытащил, на берегу лежит. Все, давай посмотрим вместе. Рыба была? А? Не было ни одной. Но она вся выходит, она не готова. Готова. Начинай сейчас, садись и... Доброе утро. Слава Христу. Палку на место положишь. Я приеду днем еще несколько раз сегодня. Давай, помолись. Господи, благослови. И пошли, как твоим избранным ученикам, рыбу, если угодно воле твоей святой. Аллилуйя, аминь.
показывай, чем ты разбогател тут. А, у тебя сетка хорошая есть. Да богатство какое. А почему, вот я сказал, вот с этой стороны, вот где самая у мордушки вход-то, ну, гляди, ну, тут любой карась вылезет, она не готова была. Вот сейчас начни смотреть, и чтобы она обхватывала только тот конец. Вот сюда, все. И вокруг так обойти, полностью обхватывать, да, все. И тогда эту будешь мазать, только там около входа плотно пришить, потому что ты будешь мазать ее. Так ее оставить? Да, именно вот так. У тебя это есть, газеты взял, ну, сейчас начни примерять, я посмотрю, как получится. Одну страничку. Выкройку сначала возьми. Вот поверху. Вот так, в таком направлении, вот вниз, чтобы она хватила. Так. Вот так, теперь вот она у тебя пошла, видишь, как хорошо. Тебе только надо настригать одна на одну, чтобы пошла, вот там, где рука твоя, на заворот. Да, и вон где мизинец надо простричь, чтобы она захватила одна часть другую. Я сейчас вот так вот допустим. Я не знаю, если ты так думаешь. Значит так, а то можно было бы и не резать, а следующую подрезать. У тебя бы меньше обрезков было. Она у тебя уже ушла в сторону, да? Ну да, тогда ты прав. Ну, я могу и так, но здесь-то вот... Ну там у тебя она не захватывает до конца. Вон, где мизинец-то. Надо действительно подогнуть край, а целую сунуть. Вот сейчас одну вырежь, пришей, потом вторую. А клинышки тебе эти сгодятся. Во. Все. Кое-где она вдвое у тебя пойдет, это не беда. Вырезай. Даже можешь не вырезать, прям по ней. Положите, хорошо прижми. Здесь-то вот она. И здесь, да, тут завернуть, чтобы она захватила ту сторону. Но так как у тебя там до конца не дошло, маленько вперед просунуть. Там карась, кажется, вытащи его. Что же вы говорите, ничего не... Карась, я возьму его, вытащу вот сюда, на траву положи. Я пойду вот этот, в аквариум запущу. Один, два. Ну все понятно тут. Чтобы вот здесь вот, она у тебя с этим соединилась, за эту захватывай. Вот здесь, чтобы ни грамма тут рыба не могла выходить. У тебя мелочи тут должно быть не меньше, чем у меня. Ну все тогда. Я сейчас остатки забираю и пошел. Да. Во славу Божию. С Богом. Давай.